Получил. Вот пингвин как раз. Пингвинио Дон. Так, значит, система ежик. Так, строим ежа. По одной минуте я здесь с ним... Даже по одной минуте имел всегда хорошо. Привет, Барса. Ни разу он мне не показал здесь каких-либо проблем, чтобы были у черных. Посмотрим, что он в этот раз заготовил. Так, пока сюда. Пешку защитил ферзем. Конь бьет А6, да? На слон бьет F3 какая-то вариант ладья бьет C5, ладья бьет C5, E5, интересно. Там на B3 ферзь провисает. Поехали, бьем. Рентген. Е5. Посмотрим, что из этого выйдет. Подвисает слон, подвисает ладья. То есть две фигуры за ладью в перспективе. Но позиция, конечно, дико не ясна. Очевидно, что он это зевнул. Вот. Но народ настолько фартовый, что... То есть он зевнул, это 100%. Но, видите, нашел сход у ладья bc5. Так, ладно, взяли. Ввели коня в игру. Как надоели эти лакеры. Зевают, но срастается. Привет, граф. Доброе утро. Но у меня еще пока не очень добрая ночь. Я тут из последних сил решил врубиться в этот турнир. Я не спал. Вот. Арена королей. Привет, привет. В общем, Дон Пингвинио. Так, ладно, пошли вперед. Пошли вперед, надо двигать пешку. Выбора нету. Ну, пихаем изо всех сил, а там посмотрим. Немножко противно, конечно, от того, что люди откровенно зевают, но, блин, именно срастается, что они как-то держатся. Вот сейчас, опять же, он зевнул это. Б8 ферзь, ферзь Е1. Я, похоже, выигрываю партию. Но если... Да, но, похоже, я громлю пингвина. Как я и говорил, по 3 минуты. По 3 минуты. Как бы борьба не шуточная. То есть и Б8 ферзь, ферзь БТФ2. И ферзь Е1, и я выиграл партию, похоже. Но не факт. Так, ферзь БТФ2 обязан. Теперь... Можно забрать слон бьет А7, да? У него будет масса ферзей, правда. Подожди, а может и не выиграл? Стоп. Так, есть еще опция фер... Нет, ферзь G1. Блин, как тут понять, как играть? Блин, вижу массу вариантов, глаза разбегаются. Так, так. Можно забрать. Нет, нельзя. Слон D6, ферзь D6, вот ладья D6 можно сыграть. Ой, слон А7, ферзь G3. Я, короче, не знаю, глаза разбегаются, как я и отметил, от количества возможностей. Ферзь G3, ферзь G1, ладья G1, слон G1, король G1, D1, ферзь, взял, взял. Нет, это так себе вариант. Так, конь G4, если HG, ферзь H4. 59 секунд, ладно, все нормально, работаем. Ну, тут просто дикая компенсация за ферзя должна быть. Например, тупо так, с идеей так.
То есть фантастика. Я без ферзя, но у меня настолько дикая инициатива, что мне кажется, у черных просто выиграно в дребезге. Так, находят постоянно какие-то ресурсы. Да может и не выиграно. Так. Так, надо форточку сделать срочно. Поймал ферзя на размен. Да, не выиграно оказалось, фантастика. Так. А может выиграно, а может не выиграно. Тут без пол-литра не разберешься. Да не, выиграно. Минус пингвиненок. Ну что, друзья, разгром. Разгром. Просто блестящая партия.